ранку зычу вам я і ўся наша каманда. Мы разам, а значыцца, бясспрэчна тое, што наперадзе супольны шлях да рэчаў, якія нас абагульняюць. Так што варта распачаць рух наперад у мінулае. Зашумім лясоў. Ой, зашумім. Амаль 400 кілометраў. Мы на самым ускрайку нашага культурнага сусвету, у адным з найбольш старажытных паселішчаў Пасожжа. Гомельская вобласць, Веткаўскі раён, Свяцілавічы. Нягледзячы на радыяцыйны статус, культурнае жыццё тут віруе. Вось і будзем знаёміцца з жыхарамі і гісторыяй вёскі. А ў студыі ўжо гатовы распачаць работу над даўнішняй песняй аранжыроўшчык Арцём Кандрацюк і спявак Сяргей Славянскі. Зашумеў лясок, ой, зашумеў лясок, зашумела роша ўся. Всех приветствую! Сегодня у нас в обработке новая песенная история, как оно часто и бывает, о чувствах без взаимности. И воплощать ее мы будем сегодня вместе с исполнителем, которого сложно застать на одном месте. Сергей, привет! Да, привет, как настроение? Отличное. Тебе вообще по тональности, по всем, как ты себя чувствуешь? Ну, довольно неплохо. Можно пробовать, можно работать. Поехали. Давай. Сяргей Славянскі – спявак, паэт, кампазітар, аранжыроўшчык, прадзюсар. Самы гастралюючы беларускі выканаўца, аўтар па ўласным яго сведчанні легендарнага хіта «Жонка», вядомага на ўсёй пастсавецкай прасторы. Ужо і агароды ўсе прыбралі, і вяселля даўно адгудзелі. Сумна нешта. Але сёння ў нас у хаце сумна не будзе. А шо ў нас сёння? Як шо? А людзі апрацоўкульную канапель ўжо скончылі? Ну, скончылі. А кросты з гарышча мы з табой навошта знайшлі? Здагадаўся. Дзякуй Богу. Не зусім ты мяне яшчэ ёлупень. Добрый вечер у хату. Добрый вечер. Проходьте, жанчынки, проходьте. Вечер, добрый вечер. Добрый вечер. Это Катя. О, и ты, кумок, пришел. Я уже думал, я один с этим гаремом справляться буду. Проходь, сядай. Посеявай маку на Лебя долой.
Гэтым разам гасцюем у Свяціловічах Веткаўскага района, вуліца Леніна 15, калі быць дакладным. Кажуць, недзе тут непадалёк некалі быў своеасаблівы культавы цэнтр Каменная гара. Туды з'язджаліся, так бы мовіць, паломнікі з навакольных паселішчаў. Назва вёскі паходзіць ад калектыўнага наймення Свяціловічы, тыя, што належаць Свяціле, яго нашчадкі. Мяркуецца, што Свяцілам маглі агулам называць вярхоўных паганскіх жрацоў. Памяць аб былым святым месцы і магла стаць нагодаю для таго, каб называць тутэйшых жыхароў ды і вёску Свяціловічамі. Вот давайте я вам расскажу, як я свайго мужыка атучывала ад гарэлкі. Ну, в общем, выгнала я самагоначкі. І мне падсказалі, што надо туда пакласць ну, трошечки собачого помета. Ну, я думаю, ну, собачий помет – одно. Дай я туда еще и осиновый кол. Ну, это оно выстоялося, как надо. Приходит мой мужик с работы. Я ему налила чарочку, и он выпил. Я стала так, поглядываю, и он щорбая этой борщ. А я поглядываю. Ну, я говорю, ну, як? Вкусная наливка. Да добрая, может, еще дашь? А не, говорю, все, не, завтра. А эта соседка моя добрая, языкатая была, пошла уже, рассказала своему мужику. На завтрашний день он приходит с работы, я ему обратно линула, и он выпил, покрутил головой, а тогда я говорю, гавкни на меня. Да не пугай ты только. Ой, сивый конь бежи. У сапраўднасць са Свяціловічаў, што ў Лельчыцкім раёне, у мінскую студыю. Вячоркі, як вы самі разумееце, для жанчын больш сталага веку збольшага была не забава, а магчымасць сабрацца ў адной хаце і папрацаваць у добрай кампаніі пры таямнічым святле лучыны ці капцілачкі. У пэўных рэгіёнах вычэсвалі воўну ды каталі валёнкі, а большасць кабетаў сукала ды прала лён. І, канешне, ўсё гэта пад цудоўныя спевы. Вось і нам варта пацікавіцца, як спяваецца ў студыі гуказапісу Сергею Славянскаму пад пільным наглядам аранжыроўшчыка Арцёма Кандрацюка. Ты не плач, не плач, ой, ты не плач, не плач, мая чарна брывачка. Сереж, давай на секунду остановимся. Так. Я пока слушал, как ты поешь, да, у меня созрел один вопрос. Насколько я знаю, ты практически самый гастролируемый в Беларуси человек. Да. Ты расскажи секрет, как у тебя это получается? Если честно говоря, то я сам не знаю, как это получается. Наверное, рецепта ни у одного артиста нет. Если бы был рецепт, то, я думаю, все бы артисты, пользуясь бешеной популярностью, были самыми гастролируемыми. Может, ты просто талантливый гений? Да ладно! Я сам себя хвалить не умею. Давай дальше посмотрим, что у нас получается. Давай. Поглядь
і ноги, і щеретина. Нічого не можу робити. Може, ви які ліки ведаєте, так посоветуєте? Ой, сусідочка, не знаю, що у тебе так уже болить, а я кожної раніці Миколка тебе виходить. Ось щека лупоглокая, у сусідку нажила. Один орган здоровий, то закрикнетіла. Ой-ой-ой, виходить, виходить. Ми з вами культурно бавимо час у Святіловичах Вєтковського району. Натурально, що у давнішні часи про аніякую промисловість тут і говорки не йшло. Самотужним промислом займалися всього два двори, а місцевий пан мав у сусідній вісці цегловий завод. Йон був побудований у 1835 році. Працювали тут один майстер і некілька робочих. Агульними намаганнями виробляло підприємство 1000 цагліна у год. Мусили селяни йти на тяжку працю, лісорозпрацовку і сплав. По узгадках жыхара Святіловичаў Алексея Жураўлёва, у 1900 годзе плацілі плытагонам 5 рублёў на тыдзень. На тыя часы гэта былі досыць вялікія грошы. Памешчыкі куплялі сабе новых прыгонных, як тады казалі, заводзілі. Адсюль і назва аднае часткі сяла – завод. Прозвішчы сялян былі красамоўныя – жураўлі, боцманы, лапухі, ткачы, бараны. Сколько век прожила до старости, дожила, но сердце у меня николи не болело. Тьфу, чтоб не сорочить. Ой, женщинки, а я сколько год прожила, а ноги николи не болели. Тьфу, чтоб не сорочить. А я сколько год прожила, и у девка засылась. Тьфу, чтоб не сорочить. Из-под горки, ой, да ветер. Напевно, час пакідаем вячоркі ў Святіловічах. Дарэчы, па тым, якое надвор'е было на Піліпаўку, а менавіта тады і ладзіліся попраткі, рабілі прагноз на будучае лета. Так, калі ў гэты дзень хмарна ці снежна, то май будзе мокры. Як у Піліпаўку навісь на дрэвах, то чакайце багатага ўраджаю на хлеб. Калі да піліпаўскіх запускаў мянтуз на меча ікру, то зіма хутка скончыцца і вясна будзе ранней. Спадзяюся, прыкметы гэтыя вам на карысць. І дакладна варта ацаніць стан творчага працэсу ў студыі гуказапісу. Паназіраем за Артёмам Кандрацюком і Сергеем Славянскім. Не я ж цябе звёў, не я ж цябе звёў. А звяла цёмна ножка. Ла-ла-ла-ла-ла. Давай следующий. Сережа, да? Хорошо все, мне нравится. Давай на секунду остановимся. Хотелось бы, да, немножко увереннее. Хорошо. Слушай, еще один вопрос. Меня так интересует, а про что у тебя песни в общем? Вот? Ну, конечно же, про любовь. Про любовь чистую, взаимную, как правило. Хорошо, а что тебя вдохновляет?
вообще вдохновение приходит оттуда, откуда не ждешь его. То есть я могу ехать в машине один, и раз, что такое, прозрение такое, раз в голову. Беру диктофон, в телефон включаю и пишу. Поехали дальше. Ножка темная, ой, ножка темная. Уже петухи на плоти запели. Не пора ли нам до дому? Тогда по хатам ну, пойти. Пора же, пошли там. Ну, да, уже выйдем бегом. Да почекайте, женщинки, так можем до последок, что еще поспевали, ба? Ну, а давайте решали еще что-нибудь. Ну, ну давайте вот решали еще протягиваем поглубляться у минулой вёски Святиловичи Ветковского района до Чернобыльской катастрофы самой великой у Новоколья. По официальных данных тут жило 1500 человек и навод, уявите, мелся уласный аэродром. Сюды лятали пассажирские кукурузники с Гомеля, бо іншого транспортного злучения с вёскою не было. Працавали три заводы – крухмальный, молочный и сельгасхимии, пякарня, школа, у тым ліку и музычная, дитячий садок, интернат, дом культуры, больница, двухповерховый универмаг, комбинат бытового обслуговывания. После Чернобыльской трагедии Святиловичи могли поховать, выратовав статус самого значного поселища региона. Ну что это вы еще пяем да пяем? Можем потанчим? С удовольствием. Можем. Ходи, кум, с тобой потанчим. Ходи, батька. Не плачь, не плачь, ой, ты не плачь, не плачь, да моя Чернобрывочка. Ну, я так понимаю, наша песня, которую мы сейчас с тобой делаем, это твоя тема, вот твой репертуар, тоже про любовь. Да ладно. И мне кажется, всегда надо экспериментировать. Да, я думаю, что... Это может исполнителя показать еще с лучшей стороны. Итак, Сережа. Да. Переходим на коду. Давай. Тут две строчки, но их надо спеть так сочно, чтобы они передали всю суть этой песни. Поехал казак, ой, поехал казак. Сережа, спасибо. Все было клево, замечательно. Спасибо вам.
Пачалася наша вандроўка на вячоркі ў колішні раённы цэнтр вёску Свяцілавічы, што зараз у Веткаўскім раёне. Чакаюць глядацкага вердыкту і героі, што працавалі сёння ў студыі гуказапісу. Слухаем зашумеў лясок ва ўвасабленні Сергія Славянскага і сустракаемся праз тыдзень. Завітаем на жаніцьбу Коміна ў Дзяржынск Лельчыцкага раёна. Да таго ж нагадаю, усе цікаўныя могуць паглядзець і паслухаць песні і абрады ў нескарочным выглядзе на нашым YouTube-канале вось па гэтым адрасе. Убачымся! Зашумеў лясок, ой, зашумеў лясок, зашумела роша ўся. Паехаў казак, ой, паехаў казак, заплакала дзевачка. Паехаў казак, ой, паехаў казак, заплакала дзевачка. Не плач, ой, ты не плач, не плач, моя чарнабрывачка. Не я ж цябе звёў, не я ж цябе звёў, а звяла цёмна ночка. Не я ж цябе звёў, не я ж цябе звёў, а звяла цёмна ночка. Ой, ночка тёмная, да сладкая наливочка. Ты не плачь, не плачь, ой, ты не плачь, не плачь, да моя чарнобрывочка. Ты не плачь, не плачь, ой, ты не плачь, не плачь, да моя чарнобрывочка. Зашумеў лясок, ой, зашумеў лясок, ой, зашумеў лясок, зашумеў лясок. Паехаў казак, ой, паехаў казак, ой, паехаў казак.